Так, всем привет, мы на складе, смотрим новинки, что отшили. Появилась летучка черного цвета, бархатистой норки, капюшон рысь, воздушный капюшон рысь, вот такой вот. Потом длинная шуба появилась, вот за ней висит красивый фасон. Это классика, прямая, под пояс. Так, отшили черные шубы с английскими воротниками, размерный ряд весь. Шубки под пояс, вот поясочек здесь. Смотрится, конечно, шикарно, шикарно. Размеры посмотрим все от 40-х до 50-х. Черный, и вот такая вот красотка появилась. Это светлая пудрочка, английский воротник, куница. И светлый цвет под пояс пластине. Вот хорошая, красивая. Так, черная шуба. Сверху висят. Это все графиты. Черные. Вот шубка хорошая. Такая моделька москвичка. Цвет дымка. Пудра. Красивая расцветка. Черный английский воротник. Это летучка. Вот, размерчики разные есть. Черная. Так, и здесь еще посмотрим. Шуба Автоледи. Новый фасон. Эти шубки доступны к заказу. Цвет сильвер. Внутри проходит пояс норковый. Оригинальный такой манжет фонариком с капюшоном. Эти шубки можете заказать. Черные шубы, пожалуйста. Тоже шикарно смотрится вот с капюшонами. Внутри проходит пояс. Такой моделька оверсайз. И такие. Этот цвет светлый, пудра. Аккуратный фасон. Вот размерчики разные есть. Вот они все. Эти шубки доступны к заказу. И также еще отшили короткие шубы. Вот летучки сверху. И такие вот коротенькие шубки с воротником-стойкой. Вот они. Светлый, бордовый, фиолетовый. Вот они все расцветки. Вот, что-то понравилось, пожалуйста, пишите. Так, всем привет, мы на складе находимся, отшили вот такую красоту, шубки из кролика. Дорогие подписчики, вот, снял небольшой обзор новых фасонов, кстати, сейчас входят в моду шубы и дубленки из разных мехов. Здесь длина 100 сантиметров, отшита из полосочек норки и кролика, также присутствует вот этот удлиненный мех песца, лисы. Вот такая шубка, пожалуйста. Такие вещи доступны к заказу. Размеры разные, модель супер новая. Так, это шуба из полосочек чернобурки. Смотрится отлично на любой размер. Смотрится как пальто, лишнего объема нет за счет перфорированной структуры. Доступно к заказу. Так, вот посмотрите, девчонки, еще вот такие появились. Светлые лисы. Это длина 80 сантиметров. Удлиненные вот такие лисы появились. Чернобурка, рыжая. Вот они с английскими воротниками. Тут расцветки разные. Камышовые идут. Зеленые. Вот кролик идет. Желтый кролик. Моделька. Синий идет. Зеленый. Эту мы берем себе. Апельсин. Так, черные,
Две мои рыжие. Да, так, две мои рыжие. Вот они висят. Так, пуховички. Белые я не стала выбирать. Вот такой апельсинчик мы себе берем. И вот такие еще появились. Красивый цвет. Рыжие я выбрала. Так, пуховички. Пуховики длинные есть. И здесь такие пуховички. Кстати, вот новые появились. Желтые расцветки. Это кролик. Кролик с лисой. Размерчики разные есть. Бордовый, коричневый и розовые расцветки. Вот синенькие. Так, а это новые модели из песца. Это лиса чернобурка. Перфорированная структура. Это енот. Из енота шуба. Это летучка из чернобурки. Технологии мы с вами смотрели уже. Так, это енот. Это полосочки из норки и кролика. Летучки модельки, вот расцветки разные. Вот эти вещи, как я вам уже говорил, входят в моду. И дубленки, и шубы, сочетание разных мехов. Так, это у нас чернобурка лиса. Кролик. Кролик такой красивый. Так, цвет электрик, шубка из кролика. Это шуба из енота. Белая моделька. Добро пожаловать на примерки меховой на Тверской.